Всем привет! Сегодня у нас на распаковке будет кое-что необычное, что мне прислали из соседнего графства Корк. Недавно на ютубе, на одном из каналов, на который я подписана, это Зооком Клуб, я увидела видео про ирландский зоопарк, сафари-парк скорее. И меня это удивило, думаю, откуда Рыбалтовские, Ирландия, причем тут какая взаимосвязь, как это вообще у них произошло. И решила посмотреть. Посмотрела с удовольствием, оказалось, один из их подписчиков, я так понимаю, прислал им это видео. Русскоязычный. Я нашла его в инстаграме, нашла его сайт, посмотрела на сайт. У него небольшая экзоферма, занимается разведением, я так поняла, богомольчиков всяких, палачничков. Я в них не очень разбираюсь, но посмотреть было интересно. И вообще здорово знать, что где-то неподалеку на нашем зеленом острове есть увлеченные животными единомышленники. Я с ним связалась, мы с ним попереписывались. Я вообще на самом деле искала мучника. Я думала взять либо сверчков, либо саранчу какую-нибудь. Что-то такое. Я здесь нашла зафобоса, вы уже видели это видео, но только зафобос. А у него мучника тоже не было, поэтому я подумала, почему бы мне не взять у него тараканчиков. У него несколько видов тараканчиков есть интересных. Есть и обычные, есть и более интересные. И два вида дрозофилы нелетающие. Ну, думаю, блин, дрозофил у меня не было, почему бы не взять, не попробовать, как они у меня приживутся. Напомню, моя цель, мои интересы, в общем-то, заключаются в том, чтобы научиться разводить совершенно разные виды животных. Сейчас у меня нет возможности держать что-то крупное, но я вполне могу держать каких-то некрупных насекомых, которые занимают немного места, которые могут сидеть в контейнере и вообще отлично себя чувствовать. Поэтому я решила, почему бы не взять. Тараканы у меня были очень многие виды, но это было недолго, и мне быстро пришлось от них избавиться, так и не добившись успеха со всеми видами, которые у меня были, просто потому что не хватило времени. Мне пришлось их оставить в Москве. Ну, думаю, сейчас у меня есть и время, и возможности. И, собственно, честно говоря, желания особо не было, просто потому что я не была готова, не ожидала, что я их возьму. Но так вышло, думаю, есть, по цене, ну, в принципе, меня устраивает, почему бы не взять. Ну и взяла. Короче говоря, посмотрим, что внутри. Я, наконец-то, только что пришел почтальон, вручил нам эту посылку. Я надеюсь, сейчас не распущу все это зверье, вся пахать. У меня есть несколько пластиковых контейнеров, которые, впрочем, еще не готовы, потому как нужно немного вазелином, стенки будет, видимо, помазать. Так, посмотрим. Надеюсь, они не погибли, потому что в Ирландии уже довольно холодно. Но продавец говорит, что все ок. Я склонна верить продавцам, потому как они обычно знают свои возможности. Так, надеюсь, сейчас они все никак побегут на меня. Утепление такое вот мягонькое положили. Надеюсь, они не задохнулись, во всяком случае. Так, тут никто не бегает. Таракашики. Ой, как замечательно, что мне их подписали. Живые, живые. Какая ты ж моя прелесть. В отрубях сидят. Живые, слава богу, я и не ожидала. Очуметь. Какая прелесть. Полиды. Так, это у нас дрозофилюшечки, я так понимаю. Дрозофилюшечки, да. Ой, это тут целая колония. Тут вон эти и личинки отложено. Тут прям колония огромная. Какое чудо. Надо спросить, что у них тут за субстрат. Какая прелесть. Дрозофилюшечки. И вот еще дрозофилюшечки. Вон их сколько. Обалдеть. Люди избавляются, а я домой тащу. Ну, на меня это в моем духе. Какие шикарные жирные жопы. В кокосовом субстрате. Так, кокосовый субстрат у меня есть. Контейнер у меня есть. Сейчас надо крышки надырявить. И можно будет расселить центурию. Эй, есть тут кто? Все попрятались? Ну, я слышу, что скребутся. Или это не в этой коробке скребутся? Вон они, малюськи. Тут сидят. О, отрастим. Отрастим. Красавцы. Как же чудесно-то, что они у меня теперь есть. Наша цель – получить устойчивую колонию. Какие жирные зверюги сидят и вообще усами не ведутся. Просто жирнющие, зверющие. Ляньте, какие.
Усатые, красивые, попы откормленные. Обалдеть. Живые, живые, вон они там шевелятся, бегают. Скребутся. О, какие они! Ой, это же мучник. Это же мучник. Я получила мучника? Божечки. Вот спасибо. Краниферы. Какие они шикарные. Когда вырастают, это вот такие огромные гигантские жучары. Просто шикардосные. Их тут много. Я в восторге. Спасибо огромное вообще. Такую коллекцию я получила за все это. Я заплатила около 100 баксов. Ну, да, 100 баксов ровно за всю коллекцию. Плюс 10 баксов за доставку. О, евро. Ну, в общем, не важно. Но я, блин, получила мучника, кажется. Там мучник. Да, это мучник. Вот спасибо. Обалдеть, обалдеть. Сейчас мы их срочно всех расселим. У меня есть несколько маленьких контейнеров таких вот. Сейчас крышки надреваем. Есть самбовские 5-литровые, 10-литровые, 20-литровые и киевские обычные стандартные контейнеры. Сейчас надо запустить дремель, да быстренько надрявить крышечки все. Либо вырезать кусок крышки и затянуть. Хотя нет, наверное, затянуть не надо. У меня металлической сетки нету, поэтому... А тряпичную сетку я что-то очкую, короче. Я не знаю, кто из них способен с ней разобраться, кое-какие возможности, поэтому я, наверное, просто надырявлю. Вот, будем готовить их места проживания. Дальше буду рассказывать, показывать в следующих видео. На сегодня все. Всем спасибо. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Спасибо вам, что вы продолжаете быть со мной. До новых встреч. С вами была Виктория Маслакова-Аканагури. Всем пока!